Так. Я пидор? Может, ты пидор? Сегодня ВС, нет, сегодня Dragon Money. В Dragon Money. Сегодня Money Dragon. Маня Dragon. Dragon Маня. Блядь, чё за ебень? Пидораска, сука. Ну вот, ну, блядь, ну чё началось нахуй? Ну что за пидорство, 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 блядь? Вот какой у меня, какая у меня страна была, ёбаный роут. Блядь, ну чё началось-то, ёбаная ты жизнь. Пидораска, блядь. Подождите, ребят, тут пидерсия началась. Я вот одного не понимаю, типа, Dragon Money, как я понял, блокирует некоторые VPN. Нахуя, если на ваш сайт не зайти без него? Нахуя вы блокируете VPN, блядь? Пиздец, нахуя? В чем логика? Они, блядь, блокируют VPN. Чтобы что, блядь? Пиздец. Реально, я не понимаю. О! Нихуя себе, у них теперь вместо монет... На балансе отображаются рубли? О как. Интересно. А интересно, блядь. Интересно. Депнул. Да подождите вы, блядь, я не успел подрубить. Так, ну у нас сегодня не 4,5. Хотя подожди. 400 тысяч рублей в долларах это сейчас сколько? То мало ли. Это даже больше 4,5. Нихера себе, блядь. 4,6. Пиздец. А что такое? Подожди, еще раз. Курс. Доллары. К рублю. 80. Ну ладно, нормально, заебись. Живем. 1488 зрителей, реально? Ву, сука, блядь. А реально, у меня 1488 зрителей, прикольно. А, пасхалку. Так, ладно, идем. У нас сегодня Dragon Money, ребята, регистрируемся все по ревке, чтобы получить халявный депчик от меня, как подарочек, или принять участие в розыгрыше, которые сегодня тоже будут. А, да. Да, да. Так, ну, первое, что мы должны сделать? Колесо будет или нет? Ну да, да, но если вы зарегаете, только в этом случае. О, опять какой-то, блядь, Олимпус новый появился, что за слотяра? Азазин будет, блядь, чувак, только ради него и подрубил здесь, конечно же. Нам надо вернуться в тот самый слот для скуфов, который, блядь, не помню как он, ну где-то здесь есть. Так, это, и что у нас тут? Не-не, ставка слишком большая. Я же не банан, который по 1000 рублей крутит. Да, что это за хуйня? Вы дали только что два раза, это не ты, рак. А, меня кто-то убил со снайперки, слышишь? Там то есть типов это... очень много, да. Да, 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 да. Блин, 96 было, представляешь, я почти это сделал. Вон оно что, оказывается, по мне два раза со снайперки дали. Блин, я бы в эту игру очень с радостью поиграл бы с какой-нибудь снайперкой, знаешь, полежал бы где-нибудь в крысу на каком-нибудь, там, на какой-нибудь крыше и просто поснимал бы типов. Можем устроить... Тут есть большое здание такое классное, на нем со снайпой прям кайф. Угу. Так, ну я бегу. Угу, я на переходе. Так, ночь, потому что поэтому ничего и не видно, ребят. Ночь, 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 ночь на дворе, ночь. Ё-моё. Все, я зашел в приток, так. Эту игру не прочувствовать, если ты играешь не с нуля. Но я вот пробую прочувствовать в целом. Но так я могу понять, о чем ты, да? Потому что сюжет хотелось бы понять, да? И не только вообще, что к чему. Но в целом мне уже становится получше понятно. То есть...
Так, и чё, где здесь битва стримеров? Я сейчас подойду, скину тебе всякие штучки. Mm-hmm. Очки. Так, смотрю. Иду. Так, здесь. Так. Аптечки есть, хорошо. Так, сало будешь? Сало, да, конечно, буду. Все, скину. Супер. Готово. Так, идем опять в эту аномалию, да? Блин, там какой-то со снайпы меня снял. Через свой баннер можешь перейти. Все, понял. А вот это справа что такое за значок? Вот, вот что это значит? Так, справа это, наверное... Вот штаб рубежа, просто... то что, да? Ага. Что там, да. Тут можно закупаться, и тут как раз-таки мы появляемся. Помнишь, когда умираешь, есть выбор? Да, согласен. Угу. Либо на штабе, либо вот на домашней Все локации. Понял. Ну хорошо, бежим. Бежим в приток. Личный оруженосец есть такой, помогает люди, спасибо большое, помогают разбираться. Ой, я зажигалку взял, хочешь прикурить? Не курю, может, ребятам. Тоже не курю, кстати. Никогда в жизни не курил. Тоже ни разу сигарету не брал. А травку? Собирал? Ну, только трогал бабушки во дворе. Там капуста вот эта вот. А виши? Так, какого ладно. Это наш? Спротка есть справа. Вижу, бежим. Так. Видим протку. Вон она. Так, ну сейчас-то я это сделаю. Но здесь закрыто вроде как пространство. Со снайпы не должны быть. Да, не должны. Я согласен. Мы это сделали. Брат, мы с тобой все сделали. Сзади тебя. Остались мутанты, вроде. Или нет? Вот. Или мутанты. Да, да, немножко мутантов надо погасить и все. Да. Давай найдем. Тогда предлагаю, пойдем кабанчиков постреляем. Давай, да. Сейчас тогда вот это вот еще сундук залутаем, что мы это взяли. Так, и пойдем кабанчиков, да? Так. Да. Ну или вон лапка какая-то, смотри, есть он. Так, у меня есть проблема. Поднимайся. Хорошо, есть. Ничего страшного, просто запнулся. Там, видимо, знаешь, порог был такой неприятный, высокий. Да, понаставит, понастроит. Так. Кто стреляет, понять не могу. Так, идем к зверям, ребят. Я просто наступил в жижу случайно. Рекрен задр. Ну, конечно, рекрен супер зверь. Просто зверь. Зверюга. Рек это, ну, легенда, блядь. Так, идем сюда. Мы куда-то не туда пришли. Я нашел секретный проход на базу. Это, кстати, хорошо. Давай, сейчас. Секретный может быть, кстати, проход, это... кстати, может быть, секретного прохода будет ближе до черепашек. Да. Это был спидранерский мув. Поехали. 5 шагов, правда, но 8. Так, мы с тобой здесь. Во, видишь, да? Кайф. Да, все. Да. Так, могу, да. Могу патроны скинуть? Да, чуть-чуть патрончиков и все. Останется добить только 5 кабанов. Так, а энергетики? Так, чуть-чуть. Можно. Сделаем. Все есть. Погнали? Да, секунду, прям доля секунды и все. Есть, погнали. Так, нам с тобой опять найти на эту лапу. Налево. Давай с тобой. Где кабанчики? Видите, да, даже как-то скучно стало без этого чела, который стрея попускал. Вот, и артефакт взял.
Да, и снайпер? Не, не надо. Давай возьму. Спасибо. Мало ли. Не зачтется. Так, ну что, бежим. Не, игра вот именно под зачил. Представь, да, допустим, вы там 3-4 друга собрались и такие вместе бегаете, исследуете ее, что-то всех разваливаете. Да, а вот еще можно под водочку с гитарой, прям да. Песни всякие разные играть, огромный набор. Это прям очень здорово. Так, Саня, попробуй ультра-графику. Так это вот, я не знаю, у меня сейчас стоит минималки вроде для... Вон бассейн с пацаном. Да, где? Нашел? Опа. Да, да, куча кабанчиков. У меня с этим. Я как-то включил режим по одному выстрелу. Ну-ка, а как это убрать? На Б, да. Б, да. Так все равно не брось, да? Нет. Достать там ножик, например, обратно. Или на В, на В, на В, на В. Ага, есть, есть, все, я есть. Просто забили на другую кнопку удобно. Понимаю, да, да, хорошо. Так, осталось два кабана. Сейчас их развалим. Вот они. Один готов, второй. Второй тоже готов. Шикарно, есть задание выполнено сегодня. Так, сейчас посмотрим. Атаковать вражеские позиции. Неужели это тоже стримерская? Ну-ка. Escape. Так, а когда у нас будут новые, интересно, квесты? Я все завершил, все сделал. Битва стримеров, 10 тысяч очков. Детали битвы. Так. А битву стримеров... Получается, мы все сделали, я правильно понимаю? Бля, вон Дундук нахуй 16 тысяч набрал. А где Вудуш? 5 тысяч очков. Мои не обновились, прикинь. Бустер 2 тысячи очков. Хорош. Подруга 13 тысяч. Мои не обновились, ребят. Мои не обновились, смотрите. Я сделал все задания, но мои не сделались. Мне нужно будет обязательно вот это сделать. Видите, я на самом дне там по очкам, потому что просто пока не засчитали вот эти текущие. Я думаю, их засчитают. Бустер зашел и вышел, но он не мог зайти и выйти. Он должен был как минимум сколько-то проиграть, мужики. Не мог, Слава, просто зайти и выйти, понимаете? Это бред. Так, и что, и когда обновятся? Обновятся попозже, да? У Бустера там ноль вообще, понял. Так, ну что, великие сталкеры, великие крутые воины этой замечательной игры. Я тогда жду, когда обновятся квесты вот эти стримерские. Обязательно зайду еще и буду их делать. Вот. Да? Хорошо. Тебе спасибо большое. Спасибо, как тебя зовут? Как тебя зовут? Спасибо. Как тебя зовут? Даня, Даня. Даня, спасибо, Даня, Даня, за... ты красавчик. Всем ребятам спасибо. Да, подсказали, объяснили. Вообще в очередной раз показали, действительно, какой теплый здесь комьюнити, как тут кайфово, и вот этот элемент с чатом прикольный. И в целом по игре теперь куда больше всего понятно. Спасибо большое. Спасибо, мужики, спасибо. Тебе спасибо за пойду отдыхать, спасибо. А то я немножко болею. Я подзаболел сегодня, но я не хотел сегодня пропускать. А вот как раз сегодня такой стрим-туториал был нужен. Вот. Надеюсь, потом в конце все будет мощное PvP против других стримеров, где мы их на изи развалим. Вот. От души, ребят. От души. Че, как-то так, мужики. Теплое комьюнити. Комьюнити реально теплое. Вон, смотрите, ребята. Мэйти работяги. Вот они сегодня. Кто с нами были? Вот они слева направо. Санктум. Господин Маштаков. Креветка. Пандер Олеон. И Вудл Гейминг. Вот они. Вот это легенды этой игры, которые тащат. Так. Мне, чтобы выйти, мне нужно в какое-то этот, в какое-то место уйти, да? Или как? Или я могу прямо здесь выйти? Можно прямо здесь выйти, у тебя персонаж, он исчезнет через 2 минутки. А, из мира. Понял. Хорошо. Спасибо, да. Братьям, спасибо. По кайфу залетели, на самом деле, вообще, на чили. Я прям супер доволен. Игруха мне как бы нравится и по моделькам, и такая прикольная стилистика. Мне по кайфу. Все, погнал. Саня, что с машиной? Слушай, вроде завтра забираю. Вроде завтра забираю. Мужики, немножко приболел, если честно, из-за температуры там туда-сюда. Я вроде пью, стараюсь, но этот завтра еще, блин, тоже такой тяжелый день завтра, пиздец. А я тут как назло чуть подзаболел. Итак, ребят, если вам интересно, как вы видите, да, какая игруха и какие плюшки, хотя бы даже не важно, интересно, не интересно, это дело второе. Играть, не играть, дело второе. Но что нужно сделать обязательно? Что нужно сделать? Ну вот просто сами напишите в чат, что нужно сделать. Это, конечно, зайти в стрим в описание, установить вот этот клиент Xbox Launcher. Рекомендую именно через него это сделать, да? И обязательно залутать крутые призы, крутые вот эти вот подарки.
крутые призы, которые даются по промокоду Voodoo24. Напоминаю, что тем, кто... Сейчас чекну донат, извини, пожалуйста, этот Неоныч, брат. Сейчас чекнем, чекнем. Напоминаю, ребята, что лучшим 10 игрокам, которые зарегаются по моему промокоду, лучшим 10 игрокам от меня личный приз. Личный приз от чисто Voodoo, вне розыгрыша. Да, в Сталкрафте крутейшее событие. Давайте я его покажу просто еще раз, да, все расскажу вам. Восстательный знак СК. Сегодня еще и дропсы работали. Сейчас, Неоныч, брат, давай послушаем. Вот, во-первых, ребят, да, а битва стримеров, здесь вы вот сами видите, да, какие здесь призы. Тут и кастомный игровой компьютер, и игровой ноутбук, и iPhone 15, Steam Deck, монитор, клавиатура, мышь. То есть это все тоже работает, да. Вы зарабатываете билеты, то, что вы выбираете стримеров, вы зарабатываете вот эти билетики, которые потом будут участвовать в розыгрыше. Это здесь... меня качает, да, и там 10 лучшим игрокам мы сделаем отдельный пост, можно будет кидать в комментарии фоточки свои, там какое-то, да, участие вашего. Я готов также там денежку подкинуть от себя, чисто подарочки какие-то сделать. Мне не сложно. Вот, просто хочу еще мотивировать ребят, которые там от меня регаются, играют как бы и разваливают. Соответственно, вот здесь вы видите, что нужно сделать. Можно зайти, нажать битва стримеров, посмотреть, что нужно для этого сделать. Кекс Гудок, я смотрю, здесь сегодня все квесты сделали. У меня пока очки не обновлены. Вот, очки обновятся, все будет, будешь в эфире. Мне лично понравилось, игра прикольная, неделю будем в нее залипать, Дундука будем разваливать на изи, Булса тоже попробуем развалить, ну и Дениса Виловгеймс, конечно, как, Виловгеймса, конечно, как без этого. Вот. А, что еще? Табулу бы развалить найти, а то у нее там 2600 очков, ну и подругу, естественно, заодно. Да и славу бустера, думаю, тоже будет не лишним. Такие вот дела, ребят, такие вот дела. Сколько стримить будем? Неделю идет этот марафон, где-то 3-4 дня я буду стримить эту игру, да, не подолгу, я думаю, часика по 3 самый раз, вот. Часика по 2-3, наверное, как-то так. Вот, сам по себе немножечко заболел, сам по себе чуть-чуть заболел, чуть-чуть лечусь. Вот, жду итоги, жду сделанных квестов и жду развала кабин. Ссылочка в описании, все как всегда. Бустер клоун, зря регнул за него. Да почему нет? Почему клоун?